Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Так, всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы тут посмотрим у нас на новый диск от Seagate. Seagate выпустит SSD-накопитель с рекордным объемом памяти в 60 терабайт. Компания Seagate представила самый вместительный в мире твердотельный накопитель. Новый SSD обеспечит пользователю 60 терабайт пространства. Рекордсмен был продемонстрирован на саммите в Калифорнии, посвященному флеш-памяти. Здесь же в прошлом году был представлен самый большой на тот момент накопитель от Samsung. SSD имел память объемом в 15 терабайт. О новом накопителе от Seagate известно, что он имеет 3,5-дюймовый корпус, в отличие от стандартного 2,5-дюймового корпуса от Samsung, и использует флеш-память типа NAND, обеспеченную чипами производства Micron. Судя по всему, при создании памяти для нового диска Seagate производители из Micron использовали технологию 3D NAND. Неизвестно, какого именно объема чипы 3D NAND задействованы в SSD рекордсмене. Судя по итоговому объему диска, могло быть использовано 480 чипов памяти объемом по 1 терабиту, каждый около 125 гигабайт, либо меньшее количество чипов, но большего объема. Однако в этом случае нельзя наверняка утверждать ничего, потому что неизвестно, был ли у Seagate доступ к новейшим чипам на 3 и 6 терабит. Когда диск от Samsung начинал продаваться в прошлом году, его стоимость достигла 10 тысяч долларов. Seagate не планирует выпускать диск на 60 терабайт сразу же после анонса, но может запустить продажу уже в начале следующего года. Официальной информации о цене на новинку пока не поступало. Однако, скорее всего, стоимость данного SSD окажется недалекой от отметки в 40 тысяч долларов. Вот такие вот дела.